И вот что женщины, вот сестры сделали, ну, собрали конструкцию свечи. Вот. Дальше вот уже растопленный парафин. Вот. Льем свечи. Женщины вырезают картон, мужчины заливают растопленный парафин в железные банки. 2 часа и жидкость застывает. На передовой такие свечи используются для розжига дров, освещения жилища, обогрева и даже приготовления пищи. Горит долго, от 6 до 8 часов. Они защищают наше отечество, нашу родину. Они защищают нас, чтобы мы жили в мире и согласии здесь. Но, конечно же, вот как-то получилось так, что на одном из приходских собраний мы обсуждали, чем мы можем помочь нашим воинам. И вот пришла такая идея сделать окопные свечи. Желающих помочь много. Прихожане остаются вечером и изготавливают свечи. Кто-то приносит железные банки. Женщины, дети, мужчины. Всех их объединяет общество. Дело. Делаем надрез ножницами вот так, почти до середины, до сюда. Потом эту картоночку вставляем одну в другую. Получается. И потом вот этот вот листик вставляем в баночку. В планах изготовить 500 свечей до Нового года. Также жители собирают вещи, продукты, а дети пишут письма солдатам. Отправлять такие посылки стараются каждый месяц, ведь это дает возможность бойцам понять, что за них молятся и ждут. Айнура Алиева, Семен Воробьев, Новости дня.